Теперь давайте посмотрим, в чем же суть девятого аргумента. Избрание основывается на предузнании Божьем, и посему оно безусловно. И услышав такое утверждение, вы можете подумать, постойте-ка, должно быть все наоборот. Ведь, как мне показалось, вы только что сказали, причем достаточно ясно на предыдущем занятии, что если Бог избирает на основании того, что Он предвидит, то это как раз указывает на условное избрание. А теперь вы говорите, что избрание основывается на Божьем предвидении, на Божьем предузнании. Но как тогда оно может быть безусловным? Все это очень непонятно. В предыдущем аргументе вы утверждали, что если избрание основывается на предвидении, то оно условно. Теперь же вы утверждаете обратное, что оно безусловно. Как можно во всем этом разобраться? И как понять, что такое Божье предузнание? Само понятие Божьего предузнания не совсем ясно. И действительно, понятие Божьего предузнания, как я уже сказал, может быть не совсем ясно. Поэтому на этом понятии стоит остановиться и разъяснить, о чем идет речь. И когда мы с вами поймем, что означает библейское понятие предузнание, то тогда вы увидите, что тексты Писания, которые говорят о предузнании, на самом деле указывают на безусловное избрание, а не на условное. Что ж, я думаю, что все равно у вас сохраняется некий скептицизм по поводу всего того, что вы сейчас от меня слышите. Поэтому позвольте мне еще вам кое-что объяснить. Но прежде чем мы с вами начнем разбирать понятие предузнания, давайте мы с вами вместе рассмотрим два текста Священного Писания, которые связывают спасение и избрание с предузнанием. Это Римлянам 8 глава, стих 29. Вы прекрасно знаете этот стих, «Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего». И в этом стихе очень ясно говорится о том, что Божье предузнание является основанием предопределения к спасению, и избрание основывается на предузнании. Первое послание Петра, первая глава, стих 2. Давайте начнем читать с первого стиха. «Петр, апостол Иисуса Христа, пришельцам, рассеянным в Понте, Галатии, Каппадокии, Асии и Вифании, избранным». И обратите внимание, как Павел называет христиан избранным. «По предвидению Бога Отца, преосвящение от Духа, послушанию и окроплению кровью Иисуса Христа, благодать вам и мир да умножится». Итак, Петр пишет избранным, которые избраны по предведению Божьему, то есть на основании Божьего предузнания. И звучит на первый взгляд все так, что избрание является условным. И если говорить более конкретно, избрание основывается на том, что Бог предвидит относительно того, как человек ответит на Евангелие, примет его или нет. И если все действительно так, то вот эти тексты как раз указывают на условное избрание. Но мой аргумент состоит в том, что если мы правильно понимаем, в чем заключается библейское понимание предузнания, то тогда вот эти тексты, наоборот, поддерживают позицию безусловного избрания. И прежде чем мы начнем с вами разбирать библейское понимание предузнания, я хотел бы остановиться и позволить вам задать вопросы. Есть ли у вас вопросы по поводу всех тех аргументов, которые мы с вами уже разобрали? Я понимаю, что у вас возникнут вопросы по поводу вот этого аргумента, но пока давайте мы с вами рассмотрим вопросы по предыдущим аргументам. Есть ли у вас такие вопросы? Надеюсь тогда, что вам все понятно. Что ж, тогда давайте пойдем дальше
И начнем с вами разбирать значение понятия предузнания. И чтобы понять, что же означает библейская концепция предузнания, необходимо сначала для себя прояснить, в чем же заключается библейское понятие знания, что значит знать. И я могу заверить вас, что есть достаточно много текстов, как в Ветхом Завете, так и в Новом Завете, в которых, когда говорится о том, что кто-то знает что-то, речь идет об интеллектуальном знании, о знании каких-то фактов или о чем-то произошедшем. Но я также хочу вам показать, и это отражено в ваших конспектах на странице 125 и на странице 126, что идея о знании и познании в Писании шире, чем просто идея об осведомленности об определенных фактах. И как же я могу вам это показать? Вот посмотрите тексты, которые приведены в ваших конспектах, тексты из Ветхого Завета. Ни в одном из этих текстов не идет речь о простом интеллектуальном знании каких-то фактах. Вот, к примеру, Амос 3:2, Бог говорит, «Только вас признал я из всех племен земли». И как может быть такое, что всезнающий Бог может сказать, что Он знает только определенных людей? По всей видимости, здесь речь идет не о простом интеллектуальном знании. Книга пророка Осии, глава 13, стихи 4 и 5. Мы читаем, «И ты не должен знать другого Бога, кроме меня». Но как это может быть, если речь идет только лишь об интеллектуальной осведомленности? Ведь, несомненно, израильтяне были осведомлены о богах, которые почитаемы в других народах, в народах, которые жили вокруг них. Поэтому неужели Бог здесь говорит о том, что все настолько изменится, и наступит день, когда вы не будете иметь интеллектуальные познания о каких-то других богах, кроме меня? Конечно, здесь речь не об этом. Поэтому познание, о котором идет речь в обоих текстах Писания, это не простая интеллектуальная осведомленность о каких-либо фактах. Иеремия, 1 глава, стих 5. Бог призывает Иеремию на служение. Бог говорит, «Прежде, нежели я образовал тебя в чреве, я познал тебя, и у меня есть особый замысел для твоей жизни, есть определенные цели, для которых я тебя поставил». Псалом 100, стих 4, мы читаем в этом стихе, «Злого я не буду знать». Что ж, было бы здорово, чтобы среди наших знакомых не было злых людей и были только добрые, верующие люди. Или если бы мы даже не представляли себе, что значит быть злым человеком, но разве об этом здесь идет речь? Поэтому здесь речь идет о другом знании, о знании в взаимоотношениях, о близком знании, о наличии взаимоотношений. Наум, 1 глава, стих 7. Это еще один текст Священного Писания. Здесь говорится о Боге, и мы читаем, «Благ Господь, убежище в день скорби, и знает надеющихся на Него». И если речь здесь идет об интеллектуальной осведомленности, то Бог, конечно же, знает о тех людях, которые не надеются на Него. И как тогда вот этот текст в книге пророка Наума может иметь какой-то смысл? Поэтому очевидно, что речь здесь идет о другом. Речь идет о познании во взаимоотношениях, познании на опыте. Именно о таком познании Бог здесь говорит.
И также здесь можно упомянуть еще 4 главу книги «Бытие». И затем я бы предложил сравнить эту главу с 1 главой Евангелия от Матфея. В этих текстах мы находим еще одно значение слова «познать». И это значение отличается от предыдущих значений, упомянутых нами. Бытие 4.1 мы читаем: «Адам познал Еву, жену свою, и она зачала и родила Каина». Евангелие от Матфея, 1 глава, стих 25. В разных переводах можно встретить разное прочтение этого текста. И вот что в этом тексте мы читаем: «И не знал ее, как, наконец, она родила сына своего, первенца». И понятно, что здесь речь не идет о простом интеллектуальном знании. И речь здесь не идет о простом знакомстве. Мы понимаем, что здесь подразумеваются интимные, близкие взаимоотношения между людьми. И в результате этой близости рождается ребенок. И давайте теперь попробуем обобщить, какая же основная идея заложена в этих ветхозаветных текстах, которые мы с вами рассмотрели. И говоря о значении слова «познать» в Ветхом Завете, можно сказать, что есть такое значение этого слова, когда речь идет о том, что кто-то проявляет заботу о ком-то, проявляет попечение, когда один человек ценит другого, и когда человеку проявляется благоволение. А если речь идет о муже и жене, то также говорится о взаимоотношениях и о создании союза, единства между ними. Да, конечно, в Ветхом Завете есть и тексты, в которых говорится об интеллектуальном знании, но также и говорится о познании чего-то на опыте, о познании во взаимоотношениях. Поддержите ТВ-семинарий молитвой и финансами. Не рассчитывайте, что пожертвует кто-то другой. Так думают многие, и хорошие проекты перестают существовать. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Теперь давайте посмотрим на Новый Завет. И, как я уже сказал, конечно, есть немало текстов, в которых говорится о знании каких-то фактов. Но есть и другие тексты, они приведены в ваших конспектах, которые не имеют ничего общего с интеллектуальным познанием. К примеру, Иисус говорит, что будут люди, это Евангелие от Матфея, 7 глава, будут люди, которые скажут Ему: «Я сделал это», на что Господь скажет им: «Я никогда не знал вас». Но как Иисус может быть всеведущим и при этом не знать каких-то людей? И если в этом тексте подразумевается лишь только интеллектуальное знание, то этот текст трудно объяснить. Понятно, что подразумевается нечто иное. Иоанна 10:27, Иисус говорит: «Я знаю моих овец». И если Иисус всеведущ, а Он всеведущ, и Иисус подразумевает лишь интеллектуальную осведомленность, то зачем Ему об этом говорить? Он знает всех людей, и своих овец, и не своих. Поэтому очевидно, что когда Иисус говорит «Я знаю своих овец», речь идет не о простом интеллектуальном знании, речь идет о наличии личных взаимоотношений. 1 Коринфянам, 8 глава, стих 3. Здесь говорится о том, что Бог, о том, что Христос знает верующих. Также можно обратиться к посланию Галатам, 4 главе, 9 стиху. В этом тексте мы узнаем, что наше познание Бога основывается на том, что Он прежде познал нас. И если здесь речь идет только о простом интеллектуальном знании,
то все выглядит очень странно. И это мягко сказать. Если же речь идет о познании на опыте, о познании во взаимоотношениях, то тогда все становится на свои места. У нас не могло бы быть взаимоотношений с Ним, если бы Он не сделал первый шаг, чтобы иметь взаимоотношения с нами. И также вы можете посмотреть тексты, записанные в послании к Тимофею и в первом послании Иоанна, где говорится: «Посему мы знаем, что мы знаем Его». И в первом случае речь идет об интеллектуальном знании, а затем уже о знании во взаимоотношениях. «Посему мы знаем, что знаем Его, если соблюдаем Его заповедь». Хорошо. Я думаю, есть еще несколько моментов, которые мы с вами должны обсудить, говоря о том, что записано в Новом Завете. Но я думаю, лучше будет вернуться к этому после того, как вы сможете задать все вопросы и получить на них ответы. Пожалуйста, есть ли у вас вопросы, которые вы хотели бы задать? Да, пожалуйста. Да, Клэренс. У меня вот такой вопрос к вам. Мы говорили о том, что человек полностью испорчен и не способен прийти к Богу. Как мы тогда можем говорить о том, что мы познаем Бога, если мы не способны познать Его на опыте, во взаимоотношениях, будучи полностью испорченными? Хороший вопрос. Вопрос заключается в следующем. Если мы в действительности познаем Бога, потому что Он познал нас, то как это можно согласовать и согласовать все сказанное нами ранее об избрании на основе предузнания Бога? Как все это можно согласовать с идеей полной испорченности и неспособности? Можно согласовать. Да, вся природа человека поражена грехом. Это полная испорченность. И так как грех делает нас беспомощными, неспособными сделать даже маленький шаг навстречу Богу, то тогда нужно говорить о том, что если Бог не делает первый шаг, то примирение никогда бы не наступило. Если бы все зависело от нас, и мы должны стать инициаторами в построении взаимоотношений с Богом, то тогда бы ничего не произошло. Поэтому первое, что должно произойти в процессе нашего обращения к Богу, это наше избрание. Мы должны быть избраны. Но избрание — это не то же самое, что привлечение нас к Богу. Это как разница между чертежом здания, планом здания и фактическим зданием. Но если все в итоге зависит от Бога, от Его благодати, то тогда Бог должен стать инициатором построения взаимоотношений человека с Ним и привлечения человека к себе. Потому что, как вы сказали, основываясь на нашем знании неспособности человека, испорченности человека, можно говорить о том, что если бы все зависело от человека, то ничего бы не произошло. Примирение с Богом происходит только лишь потому, что Бог делает первый шаг в нашу жизнь и вытаскивает нас, привлекает нас к себе и делает уже нас способными идти навстречу к Нему. И все эти действия, действия Святого Духа, влекущего нас к Богу, делающего нас способными ответить Богу, все это изначально от вечности уже было предустановлено Богом. И я понимаю, что с этим может быть связано много вопросов. И я также понимаю, что на этот счет есть немало возражений. Но на данный момент мы с вами рассматриваем лишь свидетельства и аргументы в пользу безусловного избрания. Мы с вами поговорим еще немного о предузнании, и затем уже начнем рассматривать возражения. И, студенты, я еще раз хотел подчеркнуть, что я не пытаюсь утверждать о том, что интеллектуальное знание будущего
или просто интеллектуальное знание настоящего, осведомленность о происходящем, не имеют места быть в Новом или Ветхом Заветах. Об этом действительно говорится и в Новом, и Ветхом Заветах. Я лишь пытаюсь показать, что есть иное значение слова «познать», и это значение можно также встретить как и в Ветхом, так и в Новом Заветах. И когда мы с вами понимаем, в чем же заключается это значение, то тогда мы с вами лучше поймем, как предузнание Божие соотносится с избранием по Божьему изволению. Но об этом после перерыва. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.